Продолжаем эфир. Далее новости спорта. В студии Дмитрий Вороновнин. Физкульт, привет. Начнем сегодня выпуск с хороших вестей. Спортсмены Удмуртии стали победителями европейского первенства по игре «Го», которая проходила в онлайн-формате. Лев и Маргарита Пономарёвы выиграли золото в парном разряде возрастной категории до 12 лет. А их товарищи по команде Радмила Пономарёва и Алексей Игонин стали обладателями серебряных наград в категории до 16 лет. Поздравляем ребят и их наставника Александра Динерштейна. Отлично выступили в Перми на всероссийском турнире и наши дартсмены. Команда Удмуртии завоевала на соревнованиях в одиночном, парном и смешанном разрядах 24 медали. Отличились Роман Москвин и Елизавета Ямщикова. На счету каждого из них по 3 медали. Порадовал и Виталий Хохряков. В мужской элите он дважды поднимался на высшую ступень пьедестала. Удачно съездили и наши юные спортсменки в Пензу на национальное первенство по эстетической гимнастике. Команда «Бриоль Лилия» стала первой в возрастной группе девочек 8-10 лет. «Альфекка» и «Бриоль» заняли третье место. В рамках этого старта прошли и всероссийские соревнования «Звезды Суры», где вновь отличилась команда «Альфекка». У девочек бронзовые медали. Не подкачали и юные дзюдоисты. Из Елабуги с межрегионального турнира «Гибкий путь к успеху» они привезли 6 медалей. Золото завоевали Зухра Рамазанова, Варвара Амелина и Анна Пушина. Добавим, что участвовали в этих соревнованиях более 500 спортсменов из 7 регионов страны. Продолжаем выпуск. 20 октября во французском Рубе стартует чемпионат мира по велоспорту на треке. В составе российской команды выступит и там и уроженка Удмуртии Яна Тыщенко, обладательница 3 бронзовых наград, завершившегося чуть больше недели назад Европейского форума в Швейцарии. Сейчас она уже во Франции. Нам удалось с ней пообщаться по телефону в преддверии важного и дебютного для нее турнира. На чемпионатах мира я не выступала. Я выступала на чемпионате мира 2 раза, но это был юниорский мир. То есть до 18 лет. И сейчас будут все возраста, все самые сильные титулованные гонщики. И, конечно, конкуренция большая. Форма, да, действительно сейчас хорошая, тут скорее уже идет подготовка, а удержание вот этой как раз формы до чемпионата мира. Трек у меня незнакомый. Данила, конечно, присутствует очень сильно. Не знаю, как сейчас будет на чемпионате мира именно, но на Европе, особенно на первом старте в итальянке, я очень сильно переживала, за что и платилась этими секундами своими, потому что в первом заезде я проехала по своему лучшему времени, но я чувствовала, что это не мое время, я могу лучше. И второй заезд прошел без меня, и третий заезд я уже настроилась, я была спокойна, уверена в себе, и показала действительно то, на что я готова, без волнения. А теперь побываем на тренировке юных футболисток, воспитанниц спортивной школы «Юный динамовец», и узнаем, почему эти девочки применяли кукол из серии «Барби» или «Братс» на жесткий и мужской вид спорта. На стадионе «Аншлаг» на одной половине поля тренируются мальчишки, на другой – девчонки. Играть в куклы им не особо интересно. Их больше привлекают подвижные игры. Они любят футбол смотреть. Им нравится Месси, Хави, Роналду. И они стараются им подражать. Роналду, конечно. Почему? Потому что он крутой. Он крутой очень футболист. Очень много голов забивает. Это красивых. Финты у него очень красивые. Он пахает много, работает. Так же, как он хочу. Родители стоят на кромке поля, наблюдают за своими дочерьми. Особенно рады папы, что их девчонки выбрали этот вид. И играют уже не хуже мальчишек. Мамы снимают тренировки. Будет что вспомнить, и кто знает, может быть, с ностальгией лет через стать посмотреть, с чего начиналась блестящая карьера. Не исключает это Елена Сибаева. Ее обе дочери, Динара и Данияра, на зеленом газоне мужают и растут. Очень дисциплинированный. То есть как бы у нее появился какой-то порядок, что зачем. То есть как бы нет вот этого свободного времени, которое, допустим, ну где-то погулять, походить, в интернете поползать. То есть у нас вот все в футболе. То есть она вот себя в этом видит, прямо она сюда стремится. Нет такого, что вот прям ты будешь ходить вот целенаправленно, нет. То есть мы дали выбор. Ну вот это ее.
Обе команды на днях съездили в Казань на межрегиональное соревнование. Наград не завоевали, зато опыта набрались и почувствовали вкус игры. Наставник же девчатами своими доволен. Характер бойцовский показали, попали в десятку сильнейших. Девчонки в футболе на самом деле немножко больше отдаются на поле. Они играют до конца, несмотря на падения, ушибы, ранения, там они бьются до конца. И пока вот они уж совсем не смогут встать или вообще не смогут бежать, они с поля не уйдут никогда. Тренировки, разнообразные беговые упражнения, работа с мячом, общефизическая подготовка, игровой спарринг, изучение тактических действий. В общем, скучать девчатам некогда. Болейте, но только на спортивных аренах. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.